В Гонконге будет создана финансовая торговая система, основанная на технологии блокчейн. Система, которую правительство Гонконга планирует внедрить в стране, может оказать значительную роль в реализации инициативы «Один пояс, один путь», которая направлена на укрепление торговых связей Китая и его стран-партнеров путем объединения проектов экономического пояса «Шелкового пути» и морского «Шелкового пути» 21 века. Секретарь Гонконга по финансовым услугам и казначейству Джеймс Генри Лау заявил: «Торговля в рамках инициативы «Один пояс, один путь» в основном ведутся за счет малых и средних предприятий, поэтому технология блокчейн может помочь уменьшить потребность в центральном органе и посредниках».